Священномученик Харлампий был епископом в фессалийском городе Магнезии на северо-востоке Греции. По преданию, он принял мученическую кончину за Христа во времена царствования римского императора Севера в 2002 году. Святой Харлампий наставлял людей на путь спасения и учил их Слову Божию. Весть о его проповедях дошла до властей. Святого схватили и привели на суд, где он исповедал веру во Христа и отказался принести жертву языческим богам. Несмотря на преклонный возраст епископа, его подвергли чудовищным истязаниям. Терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Святой при этом обращался к мучителям: «Благодарю вас, братья, вы обновили дух мой». Император приказал мучить епископа еще сильнее, а тот только неистово молился. По легенде, во время последней молитвы священномученика развязались небеса, и к нему сошел Спаситель со множеством ангелов. Святой Харлампий просил Христа даровать тому месту, где будут почитать его память, мир и плодородие, а людям – прощение грехов и спасение, чтобы не было там ни голода, ни мора. Господь обещал исполнить прошение святого и вошел на небеса, окруженный ангелами, унося с собой душу священномученика Харлампия, который принял по Божьей милости кончину мирную еще до казни.